А накануне в Архангельске отпраздновали День молодежи. В этом году фестиваль, приуроченный к празднику, прошел по программе «Здоровое Поморье». Узнаем, как молодежь провела время. На 13 интерактивных площадках на Красной пристани Архангельска молодые люди потренировали не только мышцы, но и интеллект. Все желающие могут подойти к нам и сыграть в паре в шахматы всеми любимую, интеллектуальную, реально сложную, классную игру. Также у нас представлен мастер-класс по спортивной северной ходьбе. Сегодня молодежь попробовала себя и в спорте, который до фестиваля казался им легким и незамысловатым. Это северная ходьба. Пробует, понимает, что это все не так просто, что нагрузка присутствует, некоторые очень усиленно дышат. У нас палок немного, мы взяли в этот раз всего 7 комплектов, но, в общем-то, уже в течение 2 часов не стоим. То есть ребята подходят, интересуются. На празднике было время не только для развлечений, но и для размышлений о делах серьезных, чтобы присоединиться к ним. Волонтеры собирают помощь и помогают жителям ДНР, ЛНР и Украины. И вот инициатива очень хорошего молодежного правительства Архангельской области, которые сейчас собирают книги для детей из школ ДНР, ЛНР. Также на молодежном празднике провели мастер-классы, показательные тренировки спортклубов и фестиваль красок. А творческим подарком стало выступление музыкальной кавер-группы «Лайф». Дарья Евграфова, Валерия Державина, Ольга Красулина, Регион 29.